Друзья, вот и наступила новогодняя праздничная ночь. Я думаю, что все уже накрыли стол, уже начали праздновать, провожать старый год. Мы также уже подготовились, и по традиции мы сейчас вам покажем, какой у нас получился новогодний праздничный стол. Стол в этом году просто шикарный. Мы готовили, старались, все очень вкусно. Здесь у нас закусочка. Это домашние помидорчики. Как же ж без них? Блины с мясом. Это по заказу Платошика. Он просто обожает блины. Бутерброды. Это по заказу моей свекрови, она их очень любит, и мы все любим хрустящие, очень вкусные бутербродики со шпротами. Как же без них? Атрибут Нового года все время присутствует на нашем новогоднем столе. Кстати, всем привет! Покажи, что у нас тут есть по горяченькому. Ах, да, ну это самое такое главное. Ну да. Там вот спряталась домашняя перцовочка, соки, домашний коньячок. И вот взяли бутылочку оригинального виски Famous Groups. Уже немножко даже попробовали. Для нас... поднятое настроение, да, да, да. И, конечно же, водочка «Дикая утка» из Белоруссии. Вот так. Буженинка. Ага. Ты покажи, какая здесь вот румяная корочка, аромат какой. Посмотрите, ах, какая она внутри. Очень вкусная получилась. Я уже слюну глотаю. Это домашняя свинина. Мама, папа, спасибо вам, что передаете нам такие вкусняшки. Да, класс. Буженинка получилась просто супер. Целенькая, хорошо держит форму. Сырная доска. Здесь разные виды сыров, виноградик, маслины, оливки. Видео, кстати, мы 31-го выкладывали на канал, чтобы вы также смогли сделать такую вот красивую и оригинальную нарезку. Если вам захочется, то да, пожалуйста. Так. Ну, основное блюдо. Та-дам-та-дам. Фаршированная щука. Королева с короной. Вот такая. Красота. Да, красивая. И я уверена, очень вкусная. Да. Просто уже слюны полный, да, рот. Пока это все готовили, выставляли, уже хочется кушать. Маринованные грибочки. Обязательно. 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 Подводочку. То, что надо. Салатик с копченой курицей, гранатовый браслет. Да, это моя мама делала. Она считает, что должно быть обязательно, да, несколько салатов. Мы их все любим, потому что они очень вкусные. Классические. Это салатик, да, нежность с печенью. Угу. Немножечко вот шампанского. Какой Новый год без шампанского? Новый салат, который называется «Морской бриз». Этот салат с морепродуктами. Здесь креветки, мидии, кальмары и микс салата. Салат свежий, легкий, очень вкусный и очень полезный. Я думаю, что на любом праздничном столе должен присутствовать такой вот легенький салат и свежий. Просто он смотрится очень красиво, да, и очень вкусно, думаю. Мясная нарезка. Бастурма двух видов, здесь с корицей, это с пряными такими вот приправами, такая немножко остренькая. Балычок, сыровяленая колбаска и салями для Платошика, он любит колбаску, а это вот колбаска из конины. Захотелось попробовать. Да, захотелось. Так, ну и... Фаршированные яйца, заказ Антона. Он не представляет себе Новый год без фаршированных, да, яиц. Обожаю. Это с печенью, здесь... это с печенью трески. Да, немножко икры сверху положили. Есть у нас рецепт на канале. Кстати, друзья, в принципе, все рецепты у нас есть уже на канале. Есть или будут обязательно, да. Да, да. Так что смотрите. Бутербродики с красной икрой. И по моему заказу блинчики с красной икрой. Я блинчики скрутила в трубочку и сверху положила. Захотелось икру. Да? Да, да, да. Я просто обожаю блинчики с красной икрой. Лимончики. Канапе. Свеженькие, легкие канапе с сыром, с орехами, виноградом и ананасами. Красота. Вкуснятина. И... Новая закусочка, сырная Рафаэлла с красной рыбой. Ох, вкусно. Да, все очень вкусно, уже хочется попробовать. Красота. Друзья, а сейчас я вам покажу, что у нас на десерт. Давай покажем эту красоту. Какая. Я приготовила новый бисквитно-фруктовый торт. Видео обязательно будет на канале. Я его сегодня снимала, поэтому вот разрезала и показывала вам, какой тортик получился в разрезе. Ну и пришел Платошик, попросил у меня кусочек, я не могла отказать ребенку. Тортик легкий, свежий, большой.
на нашу семью размерчик. И очень вкусный торт, да. Красавчик вообще. После сытного стола такие вот тортики, то, что надо. Это легенький тортик, да? Да, он легкий, он фруктовый. Здесь творожно-сливочный крем и легкий бисквит. Ну, попробуем. Тортик классный, да. Так что, друзья, кому интересно, видео обязательно будет на канале. И, конечно же, фруктовая нарезочка, апельсинчики, бананчики, киви, ананасы, виноградик. И у нас в холодильнике еще лежит холодное мороженое, которое хорошо да, осаждает и после которого становится более легко. Я надеюсь, вам понравился наш новогодний праздничный стол. А теперь мы будем садиться за стол, начинать праздновать, провожать старый год и встречать новый 2020 год. Я вас всех еще раз поздравляю с Новым годом. Всем пока! Встретимся в новом году!